Какой фрукт можно назвать самым зимним? Спросите любого одессита, и он вам ответит, что это мандарин или апельсин. Конечно, сейчас цитрусовые можно приобрести круглый год, но именно зимой они особенно желанны. Известно, что мандарины к новогоднему столу впервые стали подавать в Китае. В этой стране цитрусовые считаются олицетворением финансового благополучия, поэтому, приходя в гости на Новый год, хозяевам дарят обязательно два мандарина. Когда гостя провожают, хозяева, в свою очередь, преподносят два других мандарина. У нас любят цитрусы не меньше. Особые взаимоотношения с цитрусовыми в нашем городе сложились исторически. Им даже памятник поставили. Ведь именно благодаря 3000 апельсинов, посланных в виде взятки императору Павлу I, Одесский порт так и достроили. Когда-то цитрусы сделали Одессу морскими воротами, а сегодня через эти ворота в наш город идет основной поток этих вкусных и полезных фруктов. Традиционное направление, откуда идут цитрусовые в Одессу, это Турция, Египет, ЮАР, Аргентина, ну и ряд других стран. В последнее время это практически только Турция. В последнее время грузопоток цитрусовых морем сократился, но на рынках и в магазинах дефицита не наблюдается. Выбор большой, главное, чтобы позволяли возможности. Цитрус 28, мандарин 30, 35, Испания 45, 50, Греция 35, апельсинка 30, 35, 50. На рынке говорят, мол, самые сладкие цитрусовые из Испании, они же и самые дорогие. Правда, одесситы отдают предпочтение мандаринам из Грузии. Они подешевле. Мы решили узнать, какими критериями выбора руководствуются покупатели. Ну, я не знаю, я еще думаю, когда зрелые, это когда они такие вот легко чистятся, вот. Поняли? Да, нормальные. А вот когда сильно плотная кожура, они, как правило, немножко кисловатые, ну, мне не нравится. Пробую на вкус, цвет должен быть, не люблю, когда темный. Как-то тревожит, когда темный цвет. Ярко-оранжевый. Чтобы не было много зелени на ней, чтобы была чистая, желтая, оранжевая очень. И все. Еще несколько советов. Мандарин должен быть упругим на ощупь. Твердые, пересохшие или мягкие плоды сразу откладываются в сторону. Чем тяжелее плод, тем он слаще и сочнее. Спелый мандарин окрашен равномерно. Цвет кожуры варьируется от желто-оранжевого до ярко-оранжевого. Чем светлее мандарины, тем они кислее. У самых сладких плодов кожура красноватая. В общем, выбрали, закупились да побольше. Теперь главное не переборщить с количеством съеденного. Ведь цитрусовые – это мощный аллерген. Чем младше ребенок, тем более высокая вероятность развития аллергической реакции. Да и у взрослых, в принципе, тоже. То есть, если сильно уж хочется, ну, 2-3, наверное, мандаринки, одна апельсинка в день – это вполне достаточно для поддержания, ну, витаминного баланса. Почему же многие из нас так любят цитрусовые? Ответ прост. Они очень полезны, поэтому организм их требует. Эти фрукты – отличный источник витамина С и магния. А эфирное масло из апельсинов и мандаринов поднимает настроение. Замечали, как приятно пахнет фрукт, когда его чистишь? При температуре мандарины действуют как натуральное жаропонижающее. Их регулярное потребление ускоряет обмен веществ в организме и улучшает аппетит. Наслаждайтесь любимыми цитрусами и новогодним настроением с пользой. А помогали вам с выбором Сергей Бандур, Анна Грынев, Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.